Всем привет! Сегодня такое для вас не очень длинное, коротенькое видео. Представляю вашему вниманию работки, которые представлены будут в моем каталоге. Я потихоньку верстаю каталоги, делаю своих работ. И уже у меня готов каталог самых дешевых работ, которые я продаю по 300 рублей. Самый дешевый вариант. То есть это небольшие работки, рисунки, работы маслом на картоне. Небольшие работки за 300 рублей. Это очень-очень выгодная цена. Дешевле обычно 500 рублей я ничего не продаю. Поэтому это очень выгодно для вас. Тем более в преддверии новогодних праздников. Может, вы захотите порадовать своих близких или себя, подарив небольшой подарочек в виде оригинальной работы художника. Да? То есть это мои рисунки и какие-то работы маслом и акрилом. Здесь в этом видео я сейчас переключусь на другой экран, вы увидите все эти работы в видео, и естественно они будут представлены в каталоге. Этот каталог будет самый дешевый, потом я сделаю еще, сверстаю, он уже в процессе, это работы по 500 рублей. Ну, еще будет большой каталог, где будут все остальные работы, там уже будут разные-разные цены. Вот, но это будет два каталога с мини-ценами, скажем так. Такие цены будут не всегда, сейчас перед Новым годом. Я решила сделать такой для вас подарочек, такую распродажу, мега-распродажу. Работы абсолютно разных лет, есть вот прям самых-самых первых годов, там и 17-го года. Я начала рисовать с 16-го года, так что прям вот первые-первые работы в разных техниках. И сухая пастель, масляная пастель, и смешанная техника, и масло, и все что угодно будет здесь представлено. Все работы небольшие, миниатюрные. Так что смотрите, ссылочка будет приложена к описанию этого видео. И вот здесь где-нибудь вверху я вам ее тоже вставлю, ссылочку на каталог. Если вас что-то заинтересует, все работы пронумерованы, там в начале каталога будет моя электронная почта, вы можете просто написать «я хочу работы, номер такой, номер такой, номер такой, номер такой». Если вы покупаете не одну работу, а несколько, я вам дам скидку по доставке. Вот. Если вы хотите, доставка по России 100 рублей стоит. Если у вас будет несколько работ, то скорректирую, скажем так, цену доставки, да, потому что мне отправляют только один пакет, а не несколько. Естественно, проще и с упаковкой, и с самой оплатой доставки. Вот. И плюс, что еще? Смотрите, если, ну, то есть, как бы вы напишите, какие вам работы нравятся, я вам скажу, сколько все это будет вместе стоить, и дам вам реквизиты, куда можно перечислить деньги. Как только вы перечисляете, все, работа остается за вами, потому что может быть такое, что многим понравятся одни и те же работы. Естественно, понимаете, да, кто первый купит, того и тапки. Ну, не знаю, как правильно сказать. У меня такая большая коробочка со всякими миниатюрами. Вот, и я, естественно, сделаю в скором времени видео и про те миниатюры, которые будут по 500 рублей. Они будут уже побольше, конечно, и более такие работы будут поинтереснее, наверное. Но я решила, что почему нет, почему не сделать и совсем недорогие работки. Я думаю, 300 рублей – это не те деньги, о которых можно вообще говорить. Ну, и как бы и мне приятно, хочется поделиться своим творчеством с вами. Так что смотрите мой каталог. Если что-то непонятно, пишите. В принципе, можете не обязательно писать только на электронную почту, можете написать в какие-то еще соцсети. Но смотрите, просто на почту придет мне сразу все это, вся информация, а где-то в других сетях неизвестно, в какой момент я туда зайду, возможно, кто-то опередит вас и купит понравившуюся вам работу. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. Вот работы, которые будут представлены в каталоге, все по 300 рублей. Это рисунки акварелью. Тут будут разные-разные работы, разных техниках. Такие вот, такой небольшой размерчик. Все размеры будут указаны в каталоге, вы увидите. Вот такие вот розочки акварели. Нежные такие работы. Это вот розочки в смешанной технике. То есть здесь и акрил. Здесь, по-моему, ничего нет. Но вот здесь, на эти розочки, здесь немножко карандашей цветных, акрил. Все это покрыто лаком, то что акриловые работы. Можно разместить их и так. То есть, как вам нравится, там, я не знаю. То есть, любой можно по горизонтали, по вертикали, как вам будет нравиться. Вот такие розочки. В принципе, никакой проблемы их нет там повертеть, как вам нравится. Тоже это акрил на бумаге. Вот розочки.
большие форматы открытки, да, вот такого размера. Они немножко все разные, потому что вот уже чуть другой формат. Видите, немножко побольше бумага, пошире, да, по высоте такая же, а так пошире. Ну, то есть примерно открыточный формат. Это масляная пастель. Это вот рисуночек. Сухая пастель. Разные цветочки. Это вот тоже сухая пастель. Кувшиночка такая. Все работы выполнены в бумаге, желательно оформить в раму под стекло. Сухую пастель обязательно в рамочку с паспорту, чтобы стекло не дотрагивалось, иначе оно покрасится. Это вот такие розочки а-ля пиончики, тоже тут и ручки цветные, и акрил, и вот такие точки акриловые, то есть такая работка тоже на бумаге. Это тоже такие пиончики. Это сделано акрилом, хотя такой в более акварельной технике, да? Такие вот. Это вот тоже такая же работка, но она на картончике. Эти на бумаге, это на картончике. Здесь чуть побольше формат. Да, это вот такая уже плотненькая бумага. Это рисунок цветными карандашами. Карандаши все у меня профессиональные, то есть они светостойкие, картинка не выгорит. Это акварель. Акварели, по-моему, немного цветных карандашей. Вот такой вот пейзажик горный. Такой экспрессивной техники. Это совсем недавняя работа. Это акварельные мелки, так называемые. Тоже они профессиональные. И чуть-чуть они где-то размыты. И потом поверх еще раз пройдены этими же мелками. То есть это полностью акварельные мелки. Это такая работка, выполненная соусом по сухому на абразивной бумаге. Ну, такой абстрактный лес. Ну, интересная работа, мне она нравится по тонам, она очень интересная. Я даже все время на нее смотрю и думаю, что надо что-то такое в более большом формате сделать, такой стилистики по тонам. То есть мне очень нравится, интересная получилась работа. Может, кому-то тоже будет интересно. Она такая более вытянутая, скажем так. Но все размеры будут указаны. Ну, это такой маленький этюд, тоже сухой пастелью. Побольше размер, это 20 на 20. Тоже на бумаге. Вот. Также я вам покажу еще работы, которые будут представлены в каталоге. Это вообще такие небольшие скетчи, но, может быть, кому-то будет интересно. Это сухая пастель, такой пиончик. Это тоже сухая пастель, ирис. Это рододендрон, тоже все сухая пастель. Может быть, кто-то захочет, все это можно аккуратненько я вырежу из блокнотика, будут ровненькие такие. Это гортензия. А здесь вот такие, такая веточка интересная. Это гуашь. Так, тут незаконченные какие-то работы есть у меня. Так. Это масляная пастель, она уже, в принципе, вообще практически не пачкается, только если будут горячие руки, она подплавится. Но тоже все работы на бумаге лучше оформлять под стекло. Но для масляной пастели не нужно паспорту, она не отпечатается на стекле. А для сухой пастели лучше выбрать с паспорту. Так, по-моему, в этом блокноте уже больше ничего нету. То, что я за 300 рублей продаю. Так, еще вот такой есть блокнотик у меня. Тоже здесь есть несколько работок. Вот такие тюльпанчики. Это сухая пастель. Может, кому-то будет интересно. Если вам вот эти надписи такие не нравятся, я их могу убрать. Это все пастельные карандаши. Они легко убираются, стираются. Могу просто оставить только свою подпись. Если вы захотите их как-то перевернуть, то есть вам понравится рисунок, но вам, допустим, смущает это какая-то надпись, вы мне напишите, я это все могу убрать. Просто я для себя так писала, мне хотелось тут написать. Это такие колокольчики. Вот здесь вот какие-то травинки. Это такая смешанная техника. То есть здесь и сухая пастель, или пастельные карандаши, и гуашь. Такие вот цветочки. Это тоже смешанная техника. Гуашь и, наверное, тоже пастель. Или пастельные карандаши. Это вот такой рисунок цветными ручками. Тоже это все ручки профессиональные. Ну, как бы здесь я просто пробовала разные виды штриховки. Но интересно просто это выглядит. Ну, у меня уже несколько таких работ забрали. Людям нравится такая графика. Может быть, тоже вам интересно. Можете, ну, приобрести
такие рисуночки. Так, это вот тоже такой же техники, тоже цветные ручки, такой вот веточка дуба. А это каштанчики, которые у нас тут везде растут, с их шишечками. Такое тут ручки, в том числе и золотая, черная, по-моему, да, золотая, черная или серая, серая. Вот, тоже это все профессиональные цветные ручки. То есть это не какие-то ручки, которые просто там, я не знаю, дети рисуют. Это настоящие профессиональные материалы. Я пользуюсь только такими. Так, здесь у нас вот такой лотос. Тоже смешанная техника, гуашь и сухая пастель, или карандаши пастельные, что-то такое. Это вот опять такая графика, ручки цветные, камелия такая. Можно его вот так, то есть, как вам нравится, да, цветочек этот. Так, что тут еще, по-моему, было. Да, вот такой вот ирис масляной пастелью. И вот такая вот магнолия Соланже. Тоже масляная пастель. Такие вот рисуночки. По-моему, больше ничего нет в этих блокнотиках. Ну и несколько миниатюр совсем маленьких. Это работы маслом. Такие вот крошечные картиночки. Очень интересно. Их можно оформить в широкий, в паспорту. Вставить в рамку. Будет смотреться очень красиво. Всегда такие маленькие вещи привлекают внимание. Вот такой закат на морском берегу. Ну, мазочки тут не очень крупные, но как бы все равно фактура есть. Это такая более фактурная работа, более мазки крупные. Такие вот горы зеленые, красивые. Это такие маленькие одуванчики, тоже достаточно фактурная такая работка. Это веточка вишни. Тоже такая немножко в стиле, да? Ну, я что-то в таком духе более крупное рисовала, но уже у меня нет этой работы. Такая малышечка. И вот еще такие травинки. Лаванды, бабочка маленькая. Такие вот работки. Это все масло на картоне. И работки тоже маслом покрупнее. Это 10 на 10 сантиметров. Есть рамочки для таких работ. Лично сама видела в Леонардо. Они вроде коричневые, но всегда их можно затонировать. Вот. Но у меня все без рамочек продается. Так что работки такие. Это вот такие цветочки яркие с бабочкой. Такие мазки объемные. И можно вот так вот в компанию купить тоже похожие цветочки. Только уже с пчелочкой. Уже такие объемные. Здесь тоже такие ромашки с пчелкой. Тоже все фактурное достаточно. Это вот такие травы. Травы, муравы, небо. Красивые такие атмосферные работки. Мне такие нравятся. У меня таких много вариантов всяких. И уже много тоже продано и куплено таких у меня работок разных. Вот такая еще. Можно их как-то и вместе, да. Вот, то есть они хорошо смотрятся. Здесь бабочка, какие-то цветочки тоже, луговые травки. Это такой маленький, да, натюрморт. Цветочки тоже такое все фактурное. Ну, это пейзаж, море, небо красивое. Тоже такое немножко абстрактном виде, но интересная работка. Это вот такое поле с красными маками. Достаточно объемно. Тут вообще вот такие мазочки фигурные. В такой стилистике у меня несколько работ, но маленьких вот только одна осталась. А так у меня есть еще побольше работы вот в таком вот более крупных мазках, скажем так. Вот такой вот пейзажик. Ну и вот такое море бирюзовое. Красивые очень оттенки. Здесь мне хотелось как бы больше на игре цвета, да, сработать, чем какие-то объекты рисовать. Конечно, тут есть и фактура, да, на определенном идет направлении, что тоже дает свою работу. Ну, скажем, такая работа минималистичная, но очень красивая. Так, ну это все работки. Вы можете отправлять ссылку, которую я вам дам, на каталог своим друзьям, родственникам, а также поделиться ей в соцсетях. От меня огромная благодарность для вас будет. Вот, и вы сделаете доброе дело для меня. Ну, если вы, конечно, хотите. Если нет, то как бы я никого не заставляю.
А так всем хорошего настроения. Пока-пока.